«Ни дня без цели» – так звучит девиз областного социально-педагогического проекта для школьников. Сегодня в Первоуральске в торжественной обстановке наградили победителей муниципального этапа. Подробнее в сюжете. Было проведено более 200 мероприятий, инициированных классами участниками. И это только часть областного социально-педагогического проекта «Будь здоров! Ориентиры по жизни». Муниципальный этап стартовал в октябре, в нем участвовали команды из 8 школ города. В течение полугода они соревновались в интеллектуальной викторине, конкурсах настольных игр, агитбригад, видеороликов, а также в спортивных состязаниях. Сегодня подводят итоги. Ребят, вы все большие молодцы. Я хочу сказать вам, что, наверное, в таких проектах нет победителей и побежденных. Самая основная награда – это те знания и навыки, которые вы получили за это время. Проект «Будь здоров» существует в Свердловской области с 2005 года. Первоуральские школьники – одни из самых частых его участников. Цель проекта – сохранение и укрепление физического и духовно-нравственного здоровья подрастающего поколения. В первую очередь, это здоровый образ жизни, это формирование правильных жизненных позиций у детей, жизненные ориентиры правильные. В этом году также у нас акцент идет на семейное воспитание, на духовные ценности. Это все очень объединяет, это заряжает энергией. За каждый пройденный командами конкурс или соревнование жюри ставило баллы. Сегодня награждают тех, кто набрал больше всех. В итоге третье место заняла команда школы номер 36. Серебро муниципального этапа досталось ученикам школы номер 15. Диплом первой степени и кубок победителя получила команда школы номер 4. Сам сложный был конкурс «Вперед, юноармейцы», потому что очень много испытаний, которые были сложные, но мы их все прошли достойно. А самым интересным был конкурс «Агитбригада», потому что он был интересным, атмосферным и так далее. Гордость, конечно, за свою школу, за свою команду. Кроме наград, победители также получают путевку в полуфинал проекта, где будут представлять Первоуральск среди команд Западного управленческого округа. Виталий Мотин, Михаил Пиранков. Новости Первоуральск.